Что ж, хорошо, теперь переходим к странице 108 ваших конспектов и поговорим с вами о позиции неограниченного искупления, согласно которой утверждается, что Христос умер за всех людей. То есть Он намеревался пролить Свою кровь за грехи всех людей. Он умер вместо всех. И хотя искупление предложено и доступно каждому человеку, не каждый человек решает им воспользоваться, а только избранный. И здесь я хотел бы, чтобы вы вспомнили ту схему спасения, которую я вам приводил. И вы вспомнили, что есть две основные области в спасении. С одной стороны, это обеспечение спасения. Мы говорили о смерти Иисуса Христа на кресте. Говорили о умилостивлении, примирении, замещении и так далее, и далее. Это все относится к тому, что Христос совершил на кресте ради нас, на Голгофском кресте. Но только лишь это не спасло автоматически всех людей. Вы помните, на предыдущих занятиях мы с вами приводили иллюстрацию с подарками у рождественской елки. Кто-то должен пойти в магазин и приобрести эти подарки, красиво их завернуть. Но пользы от этих подарков не будет, если тот, для кого этот подарок приобретен, не примет его, не возьмет его и не будет им пользоваться. Вот открытие этого подарка, сохранение этого подарка — это как раз дело принятия, принятия спасения. А мы с вами говорим о приобретении, о покупке подарка тем, кто этот подарок дарит. Хорошо, такова позиция. Но каковы же причины, из-за которых сторонники этой позиции именно так считают? На основании каких аргументов они верят, что искупление не ограничено? Вот если вы посмотрите на следующие несколько страниц своих конспектов, то вы увидите пустые страницы. Это сделано намеренно. Ибо я хотел, чтобы вы записывали то, что кажется для вас наиболее важным. И начать я с вами хотел с рассмотрения текстов Священного Писания. Когда мы с вами говорили о позиции ограниченного искупления, мы начинали с богословских аргументов, с концептуальных аргументов. И уже затем мы с вами рассмотрели аргументы, которые основываются на текстах Писания. Сейчас же я хотел бы начать с аргументов, основанных на Библии. И уже затем мы с вами вернемся и рассмотрим богословские, концептуальные аргументы. Итак, во-первых, сторонники неограниченного искупления говорят о том, что есть в Писании стихи, которые конкретно указывают на то, что Иисус Христос умер за весь мир. И если воспринимать то, что записано в этих стихах, не пытаясь что-то привнести в тексты Священного Писания, не подходя к толкованию этих стихов с предубеждением, то эти стихи указывают на универсальный аспект искупления. Что ж, давайте начнем с наиболее простого текста, и кто-то из вас этот текст уже упоминал. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, стих 16. Это очень известный стих Священного Писания. Это, наверное, первый стих, который многие из нас заучили наизусть. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И суть аргумента здесь вот в чем. Если посмотреть на контекст этого стиха, то создается впечатление, что Бог отдает Христа за тех же людей, которых и любит. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». И мы с вами знаем, что же это за дар. И было бы странно, если бы мы толковали этот стих таким образом, что Бог так возлюбил мир, но отдал Своего Сына только лишь за некоторых людей,
которые живут на земле, чтобы не всякий верующий в Него, но избранный верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ведь не об этом же написано в этом стихе. И смысл написанного в этом стихе достаточно ясен, и искупление здесь универсально. Бог возлюбил весь мир, и Он отдал Сына Своего за весь мир. И в результате всякий, кто только не поверит, разве не звучит это универсально? Всякий не погиб, но имел жизнь вечную. Мы знаем, что не всякий поверит, но тем не менее стих звучит таким образом, что возможность предоставляется каждому человеку. Есть еще один текст Священного Писания. Мы с вами его уже рассматривали, но давайте рассмотрим еще раз. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, стих 19. И вот что здесь пишет апостол Павел. «Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Итак, мы посланники от имени Христова, 20 стих, «и как бы сам Бог, увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Не упустите из внимания стих 20, то, как он оканчивается, пытаясь понять и истолковать 19 стих. «Если то, что совершил Иисус Христос на Голгофском кресте, автоматически примирило каждого человека с Богом, другими словами, решило вопрос спасения для каждого человека, то тогда зачем было бы нужно Павлу писать то, что написал в 20 стихе? «От имени Христова просим, примиритесь с Богом». Если люди уже примирены, зачем же их призывать примириться? И, студенты, то, что вы здесь видите, это то, что единственное, как можно согласовать 19 и 20 стих, это понять, что есть две составляющих в процессе спасения. Кто-то должен оплатить за наши грехи, и кто-то, а это мы с вами, должны принять дар Божий. Посему, что же тогда означает этот текст? 19 стих. «Бог примирил с собою мир в Иисусе Христе». Если здесь подразумевается получение спасения, весь процесс спасения, то тогда, по сути, этот текст утверждает, что каждый человек будет спасен и уже спасен, благодаря тому, что совершил Иисус Христос. Но тогда следующий стих совсем не имеет смысла. Тогда что же апостол Павел имеет здесь в виду? О чем же он здесь говорит? Говорит он здесь о том, что совершил Иисус Христос на Голгофском кресте, не вменяя людям преступления их. Когда он не вменяет? Когда Христос умер и воскрес, в тот момент, если так, то тогда это должно означать, что все люди будут спасены. Нет, единственное, как можно истолковать эти слова, это признать, что раз в 19 стихе речь идет о плате за грехи, то, что совершил Иисус Христос на кресте, делает возможным невменение грехов человеку. Появляется возможность, что человек может быть примирен с Богом, и его грехи не будут ему вменены. И как же это происходит? А происходит это, когда человек откликается на Божий призыв
и принимает то, что совершил Христос, примиряется с Богом. Поэтому, если вы говорите, что в 19 стихе написано о том, что уже произошло фактически на кресте, то тогда все люди будут в раю, все без исключения. Но мы с вами знаем, что универсализм не может быть истинен. И, по всей видимости, здесь речь идет о том, что совершил Иисус Христос, что сделало возможным для каждого из нас примириться с Богом, так, чтобы грехи наши уже не вменялись нам. И затем Он дал нам слово примирения. И как посланники Христа мы призываем всех примириться с Богом. И 20 стих показывает, что мы понимаем на самом деле, что в тот момент, когда Христос совершил дело искупления на Голгофском кресте, то Он сделал возможным прощение грехов. Однако это еще не гарантирует, что каждый человек примет это прощение, примет этот дар Божий. И вот когда вы толкуете стих таким образом, вы не должны добавлять, что, мол, иногда слово «мир» означает не весь мир, означает «мир» только лишь некой группы людей. И доказательство этому можно найти в Евангелии от Иоанна, в 7 главе, когда говорится «яви себя миру», имеется в виду «яви себя на публике», но там совсем другой контекст. Контекст Евангелия от Иоанна не говорит о спасении. А как же 11 глава послания к римлянам? Стих, который мы с вами уже рассматривали. Вот контекст 11 главы послания к римлянам указывает конкретно, что речь идет о язычниках, когда говорится о всем мире. Потому что язычники противопоставляются иудеям. Здесь же никакого противопоставления нет. В 5 главе 2 послания к Коринфянам. Поэтому, когда апостол Павел пишет о мире, то он действительно имеет в виду весь мир. Вот так строят свой аргумент сторонники неограниченного искупления. Первое послание Иоанна, 2 глава, и стих также 2. Здесь есть несколько моментов, которые необходимо упомянуть. И действительно, апостол Иоанн здесь хочет донести мысль о том, что умилостивление распространяется не только на апостолов, не только на ближайшее окружение Иисуса Христа. И почему тогда не давать ему говорить то, что, по всей видимости, он и говорит? А именно, что Иисус Христос стал жертвой умилостивления не только за грехи апостолов и ближайших учеников, которые были рядом с ним, но также, что эта жертва была принесена за грехи всего мира. И очевидно, что здесь есть две группы, которые противопоставляются друг другу. Жертва Иисуса Христа искупает нас от наших грехов. Но дальше Иоанн добавляет не только за наши грехи, но и за грехи всего мира. И наиболее естественным толкованием этого стиха представляется то, согласно которого Иоанн пишет, что жертва Иисуса Христа распространяется не только на учеников Христа, но и на весь мир. Но как тогда быть со стихом, в котором Иоанн пишет о том, что во всем мире нет иного ходатая, но только Иисус Христос? Это так, но Иоанн здесь не совсем так пишет. Если бы Иисус такое говорил, то он бы написал, что Иисус Христос — это единственный ходатай, который есть в этом мире, и Он умер не только за нас, не только за наши грехи, но и за грехи всего мира. Но вот если мы посмотрим на текст, то мы видим там нечто иное, отличающееся от того, что говорят сторонники ограниченного искупления. Разве не связаны между собой первый и второй стихи? Да. Но то, что связывает их вместе, это не группа, которая в них упоминается, которой послужил Христос.
Но связаны эти стихи вместе, потому что в обоих стихах говорится о том, что совершил Иисус Христос. В первом стихе говорится, что Иисус Христос есть ходатай, а во втором стихе говорится, что Он есть умилостивление за грехи наши. И если основной акцент делается на двух разных аспектах того, что совершил Христос, то почему тогда обязательно Он должен совершать все это для одной и той же группы людей? Ведь ясно, что ходатайствует Он только за верующих. И почему тогда это должно означать, что умилостивление Он только для верующих? Особенно, если учитывать тот факт, что в конце второго стиха мы читаем о том, что Христос есть умилостивление и за грехи всего мира. Поэтому представляется, как я уже говорил, что то, что связывает эти стихи вместе, это не то, что Иисус Христос послужил одинаковой группе людей, но эти стихи связаны тем, что в них говорится о двух аспектах того, что Иисус Христос совершил на Голгофском кресте. Поэтому нельзя говорить, что невозможно, чтобы Иисус Христос совершал одно дело для одной группы людей, меньшей по размеру, по численности, а второе для всего мира. Поэтому Иоанна 2:2 говорит о том, что Иисус Христос заплатил за грехи всего мира, каждого человека. Что ж, говорить можно и дальше, но я думаю, нам необходимо сделать перерыв. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Что ж, давайте продолжим и будем рассматривать тексты Священного Писания, на которых строятся аргументы сторонников неограниченного искупления. И следующий текст Писания, который я хотел бы с вами рассмотреть, это 2 глава послания к евреям, стих 9. И вы помните, какое толкование предлагают на этот стих сторонники ограниченного искупления? И давайте теперь посмотрим, какое же толкование на самом деле ближе к истине. И если вы посмотрите на 9-10 стихи 2 главы послания к евреям, то становится ясно, что в этих стихах говорится о страданиях Иисуса Христа, после чего Он был вознесен над всем. Таков основной смысл записанного в стихах с 5 по 10, 2 главы послания к евреям. Поэтому, если мы посмотрим на контекст 2 главы, то нам должно стать совершенно ясно, что когда говорится «за всех», то на самом деле подразумеваются все люди, жившие когда-либо на земле. Кроме того, есть еще один ключевой момент, который обязательно нужно упомянуть, а именно, что подобное толкование не приводит никаким противоречиям, если мы помним о разнице между обеспечением спасения и принятием спасения. Нет никаких проблем, если мы говорим, что Христос вкусил смерть за всех людей, и об этом записано в 9 стихе, и в то же время прославил только избранных, некоторых, не каждого человека, 10 стих, а также 11 стих об этом говорят. Вот посмотрите, в 10 стихе не говорится, что Иисус Христос умер только за тех, кого привел во славу. И это звучало бы странно, так как в 9 стихе перед этим мы читаем, что Христос вкусил смерть за всех. И автор послания в 10 стихе приводит другую мысль, а именно мысль о том, что совершил Иисус Христос,
чтобы стать спасителем. И затем далее в 11 стихе эта мысль развивается далее. «Ибо и освящающий, и освящаемый все от единого». Поэтому Иисус не стыдится называть их братьями. Но вот когда происходит само освящение? Не в тот момент, когда долг оплачен, но в тот момент, когда долг этот принимается, когда происходит принятие Божьего дара. Поэтому представляется, что единственная причина, почему кто-либо может предположить, что фраза «вкусить смерть за всех» предполагает вкусить смерть только за избранных, это если рассматривать этот текст с предубеждением, с установкой, что Иисус Христос умер только за избранных. Но мы понимаем, что мы не должны так подходить к Божьему Слову и так его толковать. Мы должны позволять тексту говорить то, что текст говорит, а не навязывать тексту свое предубеждение, свое понимание. Есть еще один текст Писания, в котором говорится об универсальном характере искупления, хотя в этом тексте не упоминается слово «мир». Этот текст, записанный во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в стихах с 14 по 15, и мы эти стихи с вами уже читали, причем не один раз. И нет никаких сомнений, что в 15 стихе вот эта фраза «через всю жизнь», то есть «те, кто живут», вот нет никаких сомнений, что эта фраза ограничивает группу людей, о которой идет речь в этом тексте. И как мне представляется, эта фраза ограничивает группу людей по сравнению с той группой людей, о которой мы с вами говорили ранее. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Живущие — это те, кто приняли спасение, приняли Божий дар. Но почему тогда представляется невозможным, что Христос умер за большую группу людей? Большую, чем группа, включающая только живущих, принявших Иисуса Христа как своего Спасителя. Другими словами, как мне представляется, здесь совершенно ясно, в этом тексте Священного Писания, начиная с 4 стиха, здесь делается различие между двумя составляющими спасения. Обеспечение спасения с одной стороны и применение спасения с другой. В 14 стихе мы читаем, «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли». Что ж, как все из нас умерли, когда Христос умер? Что ж, потенциально мы умерли для греха. Но на этом все не закончилось. Далее произошло еще кое-что, а именно то, что мы ожили. А это произошло только тогда, когда спасение было принято нами. Христос умер за всех, это обеспечение спасения, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. И кто же эти живущие? Это только избранные. Только те, кто принял спасение. Но это не означает, что Христос не мог умереть за большую группу, не только за тех, кто принял спасение и Божий дар. И если повнимательнее вчитаться в 14 и 15 стихи, то действительно создается впечатление, что в этих стихах делается различие между теми, за кого Христос умер, а это все люди, и теми, кто принял Божий дар, кто ожил. Это не все, это только избранные, только те, кто приняли Христа. Что ж, а как же быть с посланием к Титу 2:11? «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков».
И если вы изучали ранее греческий язык, то вы заметите, что эту фразу можно перевести по-разному, в зависимости от порядка слов. И если вы посмотрите в оригинал, посмотрите на греческий текст, то вы увидите, что порядок слов в греческом тексте предполагает такой перевод: «Благодать Божия, которая спасает всех человеков, явилась». Но как Божья благодать может спасать всех людей? Не фактически, но потенциально. В результате чего? А в результате того, что Иисус Христос принес жертву на Голгофском кресте за грехи всех людей. Если вот таким образом толковать этот стих, то тогда все в Титу 2.11 — это все жившие когда-либо на земле люди, и при этом мы избегаем доктрины всеобщего спасения. Но с другой стороны, вот представьте, вы толкуете этот текст так: «Божья благодать явилась всем людям», то вот тогда в этом случае все люди — это все живущие на земле люди. То есть эта фраза включает всех людей. И опять же остается вопрос, как эта Божья благодать явилась всем людям, потому что предложение на этом не заканчивается. Благодать Божия явилась всем людям, неся спасение. А как это может быть, что Божья благодать принесла спасение? Не фактически, но потенциально, потому что если фактически, то это универсализм. Но Божья благодать была явлена всем людям, неся спасение потенциально, неся возможность спасения. Но а почему же это спасение возможно всем людям? Да потому что Иисус Христос умер за всех людей. Что ж, есть еще несколько текстов Священного Писания, которые не так часто упоминаются, и не так часто мы о них слышим, когда разбираем аргументы сторонников неограниченного искупления. Хотя они действительно используются сторонниками неограниченного искупления. И, как мне кажется, эти тексты заслуживают внимания. 1 Тимофею, 2 глава, стих 6. Это один из этих текстов. И я хотел бы, чтобы вы отметили, что контекст 2 главы 1 послания к Тимофею задан апостолом Павлом таким образом, что основной акцент в этом контексте универсальный. Мы читаем с 1 стиха. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. И если вдруг кто-то из нас подумает, что здесь речь идет только о спасенных, Павел продолжает: «За царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись». И уж, конечно, Христос хочет, чтобы все спаслись, а не только избранные, «и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Идет ли здесь речь о всех людях? Ведь нельзя говорить о том, что есть один посредник между Богом и избранными, а вот между Богом и другими людьми совсем другой посредник. И вот другой посредник не смог примирить Бога со всеми людьми. Конечно, все не так. И вот я прочитал все эти стихи для того, чтобы показать, что контекст 6 стиха универсальный. И теперь давайте посмотрим, что написано в 6 стихе. После того, как апостол Павел написал, что есть один посредник между Богом и людьми, и это человек Иисус Христос, он пишет: «Предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство». Вот если рассматривать контекст, то крайне трудно принять идею о том, что Иисус Христос на самом деле отдал свою жизнь как выкуп за некоторых,
избранных, за некую группу людей. Ведь если посмотреть на контекст, то мы не находим подтверждения этой мысли. Эта идея привносится в текст, когда вместо всех людей понимается всех групп людей или всех классов людей. Вы можете сказать, ну, все равно, что вносится в текст, даже если вы являетесь сторонником неограниченного искупления, разве не так? И да, и нет. Иисус Христос отдал свою жизнь в выкуп за многих. Здесь речь идет об искупительной жертве. И если вы думаете, что в тот момент, когда была принесена эта жертва на Голгофском кресте, то в этот же момент эта жертва была принята всеми, вот тогда проблема, потому что это универсализм. Но в этом стихе мы этого не читаем. Более того, то, что мы читаем в 4 стихе, говорит нам о том, что Бог желает. И Бог не просто этого желает. Он послал Сына Своего, Иисуса Христа, заплатить за грехи всех людей. Но это не означает, что каждый человек примет спасение. Но если грехи каждого человека оплачены, то, во всяком случае, спасение потенциально доступно каждому человеку. И с этим трудно не согласиться. Есть еще один текст Священного Писания. Послание к римлянам, 5 глава, стих 6. Я уверен, что вы хорошо знаете этот текст Писания. Павел здесь пишет, «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». И здесь важно отметить, что Павел мог написать иначе. Он в 6 стихе мог написать, что Христос умер за нечестивых избранных, и оставить это так. Но он так и написал. Вместо этого он написал, «Когда мы были еще немощны». О ком же здесь идет речь? Да, о верующих, но разве неверующие не являются немощными? Ведь именно таковы они и есть. Поэтому непонятно, почему здесь мы должны подразумевать только верующих. Но даже если вы думаете, что Павел здесь пишет только о верующих, когда говорит, когда мы еще были немощны, почему он просто не пишет «Христос умер за нас», а вместо этого он пишет, что Христос умер за нечестивых? И, конечно, да, мы, верующие, избранные, когда-то были сами нечестивыми до принятия Христа. Но не только мы были нечестивыми. И нельзя сказать, что Павел не мог написать иначе, что он не мог написать, что Христос умер за нас, верующих. Но он продолжает свою мысль далее, в 8 стихе, используя эту терминологию. И вы спросите, ну а как же правильно, Христос умер за нас или Христос умер за нечестивых? И так, потому что мы — это подгруппа в группе нечестивых, потому что нельзя сказать, что здесь речь идет о двух разных группах, которые никак не пересекаются между собой. И все мы, являющиеся верующими, в свое время были частью большой группы, нечестивых. Есть еще один текст Священного Писания, который, на мой взгляд, очень трудно объяснить, если не стать сторонником неограниченного искупления. Этот текст записан в первом послании к Тимофею, но не во 2 главе, а в 4 главе. Итак, первое послание к Тимофею, 4 глава, стих 10. Я думаю, что читать нам следует начать с 9 стиха. Ибо там начинается предложение. «Слово сие верно, и всякого принятия достойно, ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога Живого, который есть Спаситель всех человеков». Вот если бы здесь Павел остановился,
то тогда можно было истолковать его слова, что он имеет в виду все классы людей, все группы людей, но он здесь не останавливается, он продолжает. Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Но подождите-ка. Получается, что Иисуса Христа можно считать спасителем даже тех, кто не уверовал. И это как-то отличается от его роли как спасителя для тех, кто уверовал. Но как это может быть? Что неужели неверующие приняли Христа? Нет. Ведь они не уверовали. И представляется, что единственное возможное толкование этого текста заключается в том, чтобы сказать, что в первую очередь Иисус Христос является спасителем тех, за кого Он умер и кто принял этот дар, тех, кто уверовал, но Он также является спасителем тех, за кого Он умер и кто не уверовал в Него. Позвольте мне еще раз повторить это. Иисус Христос является спасителем не только для тех, кто уверовал, но Он также является спасителем для тех, кто не уверовал в Него. И как Он может быть спасителем этих людей? И единственное, как это можно объяснить, это указать на то, что Христос умер за их грехи, обеспечив им возможность спасения. Я честно скажу вам, что я не встречал объяснение сторонников ограниченного искупления, которое имело бы хоть какой-то смысл. Как бы они истолковали этот текст? И, наконец, еще один текст Священного Писания. Это текст, записанный во втором послании Петра, в первой главе. И мне представляется, что позиция сторонников ограниченного искупления не может быть поддержана тем, что мы читаем в этом стихе. Согласно позиции сторонников ограниченного искупления, в этом тексте Петр говорит о лжеучителях и лжеучениях, и в этом-то они правы. Но вот далее, согласно позиции сторонников ограниченного искупления, лжеучителя говорят о том, что Господь Иисус искупил их, но они лгут. И в итоге им придется смириться с истиной. И сам Петр не утверждает, что Господь искупил их. Он просто передает слова лжеучителей, что Господь искупил их. Но в итоге их лжеучение вскрывается, и становится ясно, что они распространяют ложь. Но так ли это на самом деле? Давайте прочитаем. «Были и лжепророки в народе». Это первый стих второй главы. «Как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». И вот обратите внимание на эту фразу «отвергаясь искупившего их Господа». И Петр здесь не говорит о том, что они заявляют, что Господь их искупил, а на самом деле они не искуплены. Петр здесь говорит о том, что они отвергают Господа, который искупил их, и потому навлекут на себя скорую погибель. То есть, по сути, Петр здесь говорит, что вот есть люди, грехи которых искуплены Христом. Но совершенно ясно, когда читаем эти стихи, мы понимаем, что речь идет не об избранных. Что ж, хорошо, мы с вами разобрали аргументы сторонников неограниченного искупления, основанные на Священном Писании. Но есть еще два аргумента. Мы их с вами сейчас рассмотрим, а затем вы сможете задать вопросы. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.